17-летний велосипедист стал жертвой дорожно-транспортного происшествия. Его сбил автомобиль, который, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения. Авария произошла в темное время суток. Водитель автомобиля говорит, что не заметил двигавшегося навстречу велосипедиста. Двухколесное транспортное средство не было оборудовано специальными светоотражающими элементами. Ехал с скоростью 90, совершая обгон, включил поворотник. Тут откуда ни возьмись, появился велосипедист. Ударил его. Ни фар, ни катафотов, ничего. Вообще, такой, как будто вышел из темноты, появился. 27 мая 2016 года, примерно в 9 часов вечера, на первом километре автодороги Тирасполь-Бендеры 40-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил наезд на велосипедиста. От полученных травм велосипедист скончался на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия.